Здравствуйте, дорогие друзья, на канале Running Con Games, с вами Александр Мурдет, и сегодня мы продолжаем прохождение игры Rise of the Tomb Raider. Сейчас возьмем стороннее задание у этой фрау. Чем я могу помочь? Яков рассказывал, ты отличный исследователь. В долине есть еще старые потайные места, гробницы. Ты, наверное, видел охранные знаки, помещенные туда, чтобы отпугивать детей? Это отнюдь не суеверие. В этих местах опасно. Там хранятся остатки нашей былой славы. Не только безделушки, но и знания. Сейчас нам эти знания нужны как никогда. Лет 10 назад я бы и сама отправилась, но теперь мне нужны твои навыки. Ну, давайте. Разведчики говорят, что ты уже побывала в одной из древних гробниц. Расскажешь, что ты там видела? Конечно. Эти знания принадлежат твоему народу. Вот, у меня есть немного старинных монет. Если ты ценишь золото, я отдам по одной за каждый найденный тобой секрет. О! Спасибо, фрау. А мы сгоняем тогда в гробницу. Где бы она ни была. А где она? Чё-то я не как-то... Не понял. А, ёпти. Последователи пророка бежали, но на них напали в Сирии. О, пятый уровень греческого, ёпты, зашиб здесь. Так, повышение языков, пятый уровень, да, шикарно, но гробница, а где гробница? Здесь там, по-моему, где когда мы гуляли, там ну, было написано, что где-то здесь неподалеку гробница. Может быть, она здесь? Карта там, блин, найдена особое место. Наверное-то оно и есть. Без лаков и без всякой хуйни. Хотя, ну, навряд ли. Грибочки, конечно же, возьмем грибочки. Руда, конечно же, возьмем руду. Ломай, ломай, бей. Ни свое, не жалко. Да, это гробница. Монетки. И, наверное, здесь что-нибудь... А, еще руда. Давайте возьмем. Как я пропустил-то вообще? Все. Теперь я спокоен. Погнали. Нигде ничего не светится? Нет, нигде ничего не светится. Все, можно идти. Так, все, мы в пиздатой гробнице, где музыка сразу сменилась, типа на такую. Ты познаешь страдания. Ты по... Нихуя себе. Ну, ох ты ж, наверное, больно. Это веревочка, здесь у нас руда и больше ни хрена. Ладно, руда так руда. Так. Что у нас тут? Тут можно перепрыгнуть, а там у нас что? Там у нас ничего. Поэтому идем вниз. И еще раз руда. Мы сразу соберем, чтобы было полное, чтобы не было недостатка в руде, как у нас уже было в один момент. Так, тут на что? Тут ничего, значит, бежим вперед. Гробница, что же за гробница? О! Аврора, лекарь. Аврора, лекарь. Что-то я стал заговаривать в последнее время. О, новые свитки, почитаем. Путь был долгим и трудным. Людей одолевали хвори, немощь, ранения. Аврора же училась по трудам Гиппократа и других великих целителей. Только благодаря ее стараниям
До Китежер дошло так много верующих. Только благодаря ей знания о целительстве будут передаваться из поколения в поколение. Из поколения в поколение. Из поколений в поколение, в поколение, другое поколение, чтобы другое поколение все просрало. Логично, логично. А чё бы и нет? Опять руда. Слушай, как-то тут до хера руды, вам так не кажется? Вот мне так кажется. Так, ну с грибочки. Есть два варианта. То есть один вариант туда, один вариант туда. Возьмем грибы. Сделаем больше горячих стрел. Все. Все горячие стрелы мы сделали. Так, что тут у нас? Чтобы собрать смолу. Больше нельзя. По сути, нам больше и не надо. Ага. Давайте еще раз осмотримся, посмотрим, что мы здесь ничего не пропустили. Ничего не пропустили. И идем обратно. То есть это был такой проход, чтобы набрать смолу. Наверное, она там нам понадобится. И, скорее всего, в большом количестве. Ха. Конечно, только это чищур просто. Даль древнего лука. 2-4 тысячи кредитов. Спасибо. Так, и погодите-ка, нам нужно добраться до туда. Но как нам это сделать? Хороший вопрос. Так. Может здесь что-то взорвать, разорвать, сломать, переснять. Не-не-не, это нас задание туда ведет. Фреска. Фреска? Это была фреска? Да ну нахрен. Не, я уже ее полапал. То есть, и это все? И это вся гробница, блядь, я не верю. Я-то думал, тут какой-то кобздец будет. Там хрен дойдешь. А тут какая-то вообще хуепетри. Просто, как бы, гробница, не гробница, а даже просто нычка с деталью до лука. И больше ни хера. Ну и ладно. Значит, идем обратно. И по заданию. Основному, но второстепенно сейчас отвлекаться не будем. Хотя, в принципе, можно было бы отвлечься, но я не знаю. Надо, но не надо. Сейчас выйдем, и я придумаю, надо оно нам или не надо. И музыка такая тревожная заиграла. Так, она говорила про какую-то определенную гробницу, но где эта гробница находится, определенная, хер его знает. То есть монолит. То есть я не могу его прочитать. Это понятно. Вижу. Что еще? Еще одна гробница. Она хочет, чтобы я по всем гробницам типа пошарил. Не, ребят, нет. Давайте это не сейчас, это уже на серии по гробницам оставим. А так, сейчас пойдем по основному заданию. Так, все патроны. О. Тут же еще возьмем. Монолит, который прочитать мы не можем на данный момент. На данном этапе... Рядом гробница испытаний. Хм.
И чё? И чё я тут забыл? Тут что-то есть разве? Просто так можно запрыгнуть сюда такой чё? Ох ты ж, ёб твою ж нах, мать перемать! Нахрен я запрыгнул, конечно, да? Ну ладно, ничего страшного. Будем надеяться, что у меня ничего не пропало. Ну, это... Окей, давайте сейчас попробуем. Иди, он от стола не хотел вообще отходить. Я хочу быть за столом, все, меня не ебет. Что там, война, не война, я не хочу ничего делать, хочу быть за столом. Окей, ладно, идем дальше. Вертолет где-то летит. Яков, тебе летят вертолеты. Срочно сюда, беги скорее. Я пытаюсь, но эта овца не бежит. Святой источник. Говори, стой. Ой, а вот и дробовик. Где он? Стойте, стойте. Есть карта. Атлас. Он укажет путь. Ладно, говори, что там за атлас. О, помповый дробовик, ей, ну пушка. Спать, суки. Лара Рэмбо на дороге. Нас обстреливают на краю деревни. Если ты меня слышишь, помоги нам. О, маслица. Ах, вот для чего они нужны были. О, патроны. Ах ты, сука, я твой дом труба шатал. Ебать. Ебать ты жучий. Пидоры какие, а? Спать, сука, да ты как-то не умрешь-то все. Охренеть, живучий гандон какой попался. Какой реально живучая гнида. Ёпта, что за хуйня? Опаньки. Она...
А вот... Блядь, лечись. Господи, ни хера не понятно, все в огне, ужас какой-то. Охуеть. Ой. На нас напали местные. С ними Крофт. Есть потери. Кто погиб, кто бежал. Надо было ее убить. Твоих успехов особо незаметно. Возможно, ей удастся то, что не по силам тебе. Мне все по силам. Того и гляди, вмешается троица. А ты знаешь, что это значит? Я для них никто. Моя жизнь им безразлична. Мне нужна сила источника. И ты ее получишь. Не теряй веру, Анна. Такова Божья воля. Наш успех неизбежен. Ой, я тебя умоляю. Пожалуйста, найди его. Мое время на исходе. Я так далеко зашел. Так много вынес. Эти преграды, что ты воздвиг на моем пути. Грехи, что заставил меня совершить на то, должна быть причина. Только ты можешь показать мне путь. Даруй мне силу идти дальше ради ее, ради тебя, ради Троицы. Прошу. Укажи мне путь. Что ж, значит, кровь. Да, круто. Жаль, что так случилось. Это наш путь. Наш долг. Он никогда не был легким. Я понимаю, что значит терять близких. Троица ведь не остановится. Вряд ли. Силы у них достаточно. А Атлас? Это древняя карта старого города. Но в башне ее нет. Многие из наших живут в тех развалинах. Они будут не готовы к нападению. Я могу им помочь, Яков. Ты сделаешь это ради нас? Или ради своей цели? Сейчас это одно и то же. Я вернусь с подкреплением после того, как закончу с ранеными. Габашни. Мы разбиты, и нам некого отправить в Акрополь. Я знаю. Я присмотрю заранее. О, записи. В кварталах на окраине не утихают пожары. К ночи догорят последние деревянные дома. Сердце нашего города уничтожено и похоронено подо льдами. Все монгольские захватчики убиты. Но это слабое утешение, ведь с ними погибли и воины пророка, которые сражались за нас. А сам пророк... Никто не видел его с утра после окончания осады. Нам как никогда прежде нужна его мудрость. Нам нечем кормить выживших. Кто-то уверен, что худшее позади, но я боюсь, что они заблуждаются.
Да. Патрончики. Я пытаюсь, но... Боже, как... Я могу помочь. Ты уже помогла. Если бы не ты, потерь было бы больше. Значит, не зря старалась. Отдыхай. Мне нужно... Ты поправишься. Нужно подышать. Нужно подышать немного свежим воздухом. Расслабиться. Выпить пивка. Ну, мы идем к башне. Детали с винток, кто сказать, что затвором. Ах, 3-4, блин. Еще чуть-чуть, еще немного. Так, короче. На этом мы, пожалуй, закончим, ребятки. Всем спасибо за просмотр, всем удачи, всем пока.